Я сам по себе я на месте, но я довольно ломать не стоит. Не ломать. Ебать. Пиздос. О, есть, я погрузился. Пизда дверям нахуй. Нет, это пизда мне.
Блять. Ёби не в рот. Ёбаный в рот, каска, берись. Ну. Неужели он меня убил, блядь, сучки. Блядь, ё-моё. Ёбаная игра, блядь, сколько, блядь, прогружалась до тех пор, пока, блядь, с парашюта вообще не упал, пока парашют у меня не раскрылся. А нахуй я дуло запускал, блядь. Один мейн-склад нужно же сделать, ёбаная. Вот чувак не охуевал тут потом один, блядь. А то я тебя хуйней заниматься сейчас буду. То есть смотри, чуваки занимаются хуйней, бля. Задание ебаное выполняют, бля. Ну-ка я хоть зайду к ним, блядь, поздороваюсь. Здорово. Я испугался. А где именно они? Они в домах. На 255 дома. Блядь, Андрей. Я не виноват. Желтые дома. Зачем ты едешь туда? А, на желтый? Колеса Андрею еще надо выполнить. Я занервничал. Мотак подорви там. Колеса. Здорово, пацаны. Привет. Привет. Там задание выполняете, зачем? Да? Ну... Что ты наделал? Место в войдах зовите. Ага. Смотри, накатится. Зачем они поставили блокаду из трех машин? Не знаю, взрывим колеса, чтобы они хотели это... Ты их взорвал. Бля, да когда эта хуйня запустится, нахуй, ёбаный в рот. Да что за... Здорово. В машинах сидят? Нет. Не в этом доме широко. Как слышно? Да. Я здесь? Машины уже вышли даже. Мне из левого окна. А вон он. Да. Аккуратненько. О. А, это правее тебя стреляют. Отходи. При тебе в лице еще, да, ебать. Да, 8х надо тебе? Не, зачем? Кого? 8х. А на что я тебе поставлю? На М-ку бурсовую? На 6х тогда. Давай. Скину. О, запустились. А, не попал в пиксель. Там правее. Да.
Да, и нам бы в зону еще надо как сдвигаться. Люди. Линкор на 320 где-то, пацаны через поле, скорее всего, бегут. Вот в этом районе. По Андрею стреляли. Да ну нахуй, оттуда, серьезно? 44 человека запустило, блядь, запускаться, заебись. Чё-то слишком метко он стреляет, блядь. Ага. Это чё опять за, блядь, желтая точка, нахуй? Это мов, что ли? Да. Фига себе, так далеко еще попадает. Я тебе говорю, чё-то слишком меткий. Так, надо куда-то, блядь, съебаться подальше, нахуй. У тебя хилки есть? 4 аптечки, 15 линков. А у меня 0. Стоп, нахуй, меня никто надеюсь, не нашел. Я надеюсь, это задание засчитает, потому что я пригорю сейчас, если... Считай мне. А, разъебывать, вот сюда, что ли, нахуй? Бля, а тут вдруг там тачки нет? Да вон кемп есть, вон. Да я не да, знаю, зачем линкор пробил колеса. Вон кто-то проехал, видишь? Смотри, это конкретно задание взорвать колеса еще поэтому. В смысле, как они вообще попадают? Я надеюсь, я один. Но вон со мной желтая точка, бля. Нити табу. Бэм. Один выстрел коряка решил все. Обрадуй, скажите, что вы все это сделали. А нет. Ебать. Ох вообще. У меня есть аптечка. Что-то выполнилось. Начинающий. Да, ломать не строить. Аллилуйя. Лёг тебя? Начинающий. Да, сделал. И скин для оружия выполнился, слава богу. Теперь у меня осталось починки и убийство. Так, я тут. Ежедневные 29-40 покрышек. Мне еще. Короче, мне еще до 40 надо 11. И убить трех противников выстрелом в голову. О, так недельные премиумные еще, нифига, у меня все выполнены. А я вот только что приземлился в починке, а почему мне не засчиталось? Типа, меня убили, но я... Да, они просто все... Так ты не убил никого. Так, а не, мне нужно приземлиться в починке и ранг, просто... Такого быть не может, там сразу задание только этот. Огонь. Так, дверь надо разбить. Приземлиться в починке и ранг. Я бы курить. Давайте, начните, куда? Я этот, куда? Прыгну. Куда? Приглашайте меня-то, пригласите, брат. На какую карту? Вторая. Я принял. Ничего. Есть предпочтение, конечно, по зимней карте, а то что-то я нам уже... Давайте... Ну да. Ну, всё. Там, конечно, FPS говно, но... Там интересно. А, одеться, да, тогда одеваться надо сейчас. Твёртая, да? Там же сейчас за внешний вид не выкидывают. Да, так, стёкла. Ну... Стёкла. Галочка, раз. Два. Три. Четыре. О, пять. Одеваешься, что ли? Да. Понятно. Шесть. Семь. Давай, ну пока. 8. 9. Тех отменил. Да? 10. 11. Так, 4 двери. Еще надо. 6. Я dead moro. 7. Ебать, как разбил. 7. 8. Не можешь? Блять, один патрон, серьезно? А. Нет патронов. Эй, короче, куплю там дерьмо. Викенди.
Опа. А насколько вообще будет еще длиться? 52 дня типа, да? Да. Она 600 рублей стоит. Мне кажется, это... Ладно, ладно. Кто у нас ушел? 9. Кто ушел? Зачем мне... А, всё. Пасы кинди, да? Лезь. О, привет. Лезьте, лезьте. Ну, может, карточка? Как? А почему у меня опять по ней воротки? Не топок. Могут понижать, типа? Лицо. А! Так. Может, ты на первом лице еще не играл? Да, я не люблю первое лицо. Ну все, я думаю, остались заборы до машины, хуй. Ща пятек. Так, мне нужны тачки. Я одеваться начал. Вот ты урод, а. Так, 10 заборов, 2 разбить тачки. Ну, короче, насколько понимаю, за купончики ничего лучше не будет, да, за... Но нового ничего не появится. О-о. Заебись, блядь. Вот то, что есть у тебя там, то оно и будет. Куплю некрасивые перчатки себе. Я уголь дам. Некрасивые праздничные перчатки, вот так вот. Погоди, ты взял пробку. Ой. А у нас линкор теперь не готов. Ну, сейчас. Он сказал, что кури. Да и ты пробку не взял. Ну, мне же его Коля на Новый год подарил. А, да? Нихуя. То есть можно было не париться, а можно было подарить тебе игру. Я не знаю, что ты заморачивался. Давайте все масочки оденем. Ну, пропуск он будет, он пройдет. Ну то, что я подарил, оно останется. Согласен, я еще не могу его сфоткать, блядь, и выложить в Инстаграм. Напишу, это мой друг Ярни. Я тебе завтра фотку пришлю, как я с ним сплю в обнимочку. Заборы. Хотя не, у него там длинные шнуры жопы торчат. Если я им заглушусь, это будет как-то не круто. А за синие купончики, за 5 купончиков нихуя нет. Я вспомнил о чём. Ярми. Блять, ни одного забора нету, ёбаного. Так, а чего тут ещё? Мне кажется, самый лучший это заниженный самооценки. Все вот сам топ. Пиздец. Кстати, вы это участвовали. Стоять! В розу, в рот. Там худи болт. Че на кого? Ну там же один разыгрывали, он что последний. А, конча за 500? Да. Блин,
футболку, кончишь за 500. Да. Толстовку, да. Ай, блин. Это просто сразу этот твой. Твою популярность среди женщин понижает на. Бля, зона. Ты взял просто плюс 20 уровней? Типа. Вы мне 13 лет, зачем мне плюс? Да, толстовка класс. Да в принципе похуй, чё на эту зону. Мне опять водолазка выпала, ну серьезно, блядь. Все премиум эти награды забрал. Охуеть. Вот он. Надо себе тоже зашкурить. 8 синих, желтых. Пить. О, смотрите, что. Смотрите, что мне выпало. Да, тут ушел. Класс. Кстати, неплохие шартянки-то. Это мне только что из кейса выпало. Всё, нихуя, у меня больше нет. Я шубу хочу. Я хочу быть тименным сутенером. А вы за 600 же купили все, да? Все что ли это байда есть? Да. Да капец. Тоже, надо тоже все. У меня, понимаете, у меня есть 2000, я не знаю, что с ними делать. Отдай их мне, я знаю, что с ними делать. Не-не-не. Мне не пригодятся, но на что их тратить, я не знаю. Жесть, а уже устал уже делать, забрать. О, баги. Так, мне нужно, получается, совершить 3 убийства за 750. Использовать две больших аптечки. А как мне, типа, сделать так, чтобы я мог миссию за эту, ну, как бы, я за миссию получил, что? Типа, ничего не надо, она сама автоматически засчитывается. Но премиум, они только с этим пасом. Обычные миссии ты забираешь сам, заходишь и забираешь. Не, а как бы типа они у меня сразу, то есть я, допустим, использую две больших аптеки, у меня сразу засчитается сюда, то есть я пойду, выйду в лобби. Ну да, ты выйдешь к лобби, все заберешь. То есть он автоматически засчитывает. Ага. Я помню, какой был пас у СНК. Чего-то он долго ушел куда-то. Ебать, у меня лута, отвечаю на. О, линкор в шубе, вот козел. Так. А, ну что, может это, галочку-то прожмёшь? Раз. Да он пока не сможет прожать, пока ничего не выставит. Выставит и будет менять опять, если летит. Чё делать? Либо... Два. Это вот пиндос в шубе. Нормальный. 4, 5, 6. Ну, наверное, все. Бля, чувак, съебался нах. Неси мне что-то колбасу, мне пиво кончится. Или меня ждет. Да ёптвою налево. Предлагаю потом пойти от третьего лица. Когда у всех бомбанет, пойдем по любасу. Нихуя, я не могу сюда завтра попасть в пасть, что за байда? Не, я тоже не особо люблю, конечно, первое лицо, но.
Тут хотя бы читаков нету. Ну все, блять, на выход нас. Ты их попал, я попал в динозавру выпасть. Граната наша. Ну что, летим до конца, Тимур? Нафига? Но линкора нету, он отошел на 2 минуты. На 2. А, прям на 2. Там можно космодром прыгнуть. Давай. На линкор там где-нибудь в воде приземлиться замерзнет. Я захотел. Сиганул. А что, уже воду, да, решили меня? Не-не. Не-не-не, ты что? Как можно? Я все слышу. Ты сиканул. Сиканул? Ну пописил. Нет, я кофе налил. А, ну ладно. Слышишь? Так, да, чё? Мы вот сюда или сюда падаем? Давайте вот не, сюда. Не, мы в космодром. Нет, я понимаю, нахуй не какую часть космодрома. Да какая в пизду разница? Главное выжить. Чтобы не получилось так, что да, половина в одном. Ты чё? Я его не слышу. Что такое? Ну всё ещё ору, да, там? Ты? Нет, у него. У него, да, у него еще ору. Дети собаки. Ну когда я не буду его разумеется. Собаки. Дети собаки, ага, дети и собаки. С вами есть куча челиков. Пацаны, у вас куча челиков. Ахтунг аттеншн. Бля, калаш возьму, ну я на. В вторую сторону другой приземляюсь. Ты че, ты нас кинул? Ты че кидал? Бля, пацаны, это все плохо. Линкор. Ну ты кидала. Я сзади тебя, блядь. А, окей, хорошо. Так, идите сюда, я вас защищу. Защищу. Линкор сзади тебя, в окно залез чувак голый. Вот, да, ближайший налево. Есть оружие. Я за ним. Пацаны, бегу. Помогите! Я одного убил. Меня убили. Кинул нас. Я одного убил, меня убили. Ты убил, да, и тебя решили сразу. Да. Вот это карма. Да и что-то хуя там приземлился сзади меня. Кот, ты вообще слишком далеко, ты говоришь, рядом со мной, ты далеко. Да я вроде за тебя был. Ты убежал просто. Бля, зона пошла. Сейчас мы прибежим. Что-то я броников ничего не видел. Где броники все? Нету. Сейчас боек из-за мной. С оранжем пойдем помогать. Нет. Да че за петушар? Эмба. Линкор дает. Зона еще пиздец большая. 22 человека осталось, охуеть. Пушка, бомба. Заебись. Иду, затригерился. Ой, блять, не туда. Где-то здесь на стреляет. На мне зона, ебаная. Слышь? Идем дома лутать. А, вижу, нахнули его. Дома не получится лутать. Идут лутать его вроде. Вижу типов, передо мной. О, ты меня залутал. Да. Ты где ты? Передо мной прям типа. Нихера они тут в два рыла. Прицелов стоят. Бля, я думаю. Чувак, не ожидал. Войду-ка я в окно. Главное не промахнуться. Убил. Ебать. Да не знаю, как я не знаю. Игорь, ещё есть. Да, я как бы это не было. Ёбаный самолёт, бля. Не один ушел, домой. Не ушел. Один, он не сможет тебя убить. Он хилит. Ему забраться не на что. Второй правее за здание забежал. Один тебя сзади работает. Да сейчас. Просто сразу нещадно. Бля, по ногам стреляет, добивай! Справа.
Ну, я пытался. Он стрелял. Я пытался. Давай второй гранатой. Хуя ты живой. Они капец, они меня складом зажимали и не смогли зажать. Ну в итоге смогли, но. Ну не смогли. Типа было бы третье, я бы все весь бесклад перепалил. Тебя бы тупо по ногам. Две гранаты выдержал. А не, если от третьего там нет, за колесо встал, типа я поэтому за колесо и старался вставать. Ай! Ленкор! Ща. Он там на девушку свою смотрит. А, я же убил трех противников. Да. Значит, белых так мало, капец. 8 раз космодром прыгать надо на шубу. И убивать кого-то хотя бы один. И все? Он, блядь, засел за этим камнем, нахуй. Так, нужно две большие аптеки. И 4 раза в касл. 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 Давай тогда в касл прыгать. Не, там лагает, пизда. Не, давайте нет. Не, мы вчера нормально отыгрывали. Думаешь? Да. Мы верхнее здание сейчас берем. С первого этажа. Не со второго, как обычно. С первого заходим и стреляем. Бля, да это пизды, в любое место надо прыгнуть. Главное, чтобы... Кому шубу? Мне. Мне. Иди сюда. Сейчас я на викенте хуёво прогружается. Я а тут с шубой. Кто меня, блядь, бьёт? Дайте мне ш... Я тебя бью. Зачем? Ну ты же оленчик, как оленчика не побьёшь. Дайте мне шубу. А, мы, кстати, вчера еще ебало застреливали. Из линкора можно слендермена сделать. Если... Слендермен, знаешь, что такое? А, ну да-да. Если много-много стрелять снежков у тебя лицо станет белым. А типа и... я одет подобающе, да? Нет, если бы ты еще был... На, и раз, два, три скинул. Я буду с тобой долго воевать. Riders on the storm. Своё лицо... Не-не-не, это этот. Не-не-не, это этот. Блять. Чё, куда? Кассель? Кого? Кассель. Вот это верхнее здание, прям шпатает. Ёбаный петух. Ну, блядь, сука, если будет лагать, я вас ненавижу. А там будет? Пули сквозь него летят, блядь. Пидорас какой-то, он читер. Ни один хуй там нет, нихуя. Блядь, не то... Не то сделал, нах. Ой, я что-то опоздал. Я тебе говорю, у него на вчерашнем этом стриме 31 лайк. Я говорю, как вообще такое возможно, блядь? Подкрутил. Да по-любому. Видишь, молчит. Кто? Стыдно сознаться. Он выключил даже микрофон. Да вы там у кого-то что-то подкручиваете. Ну камон, ну ты чё, 230, это откуда? 200, ну... Ты видел, сколько я стримил? Ну так, я почти с тобой же только стримил, 80 всего. Нет, меньше. Я чуть-чуть опоздал, ребята. А я никого не вижу вообще. С нами вроде... Один с нами есть, вроде. Блядь, пацаны! О, боже мой. Чё, упал? Я на самую крышу пизданулся и с неё скатился. Ой, как лагает, как лагает. Есть люди? Нету людей. Блин. Я не видел. Чё, это самый бесполезный касл. Он интересен только, когда с людьми хатишься. Кто бежит? А, ладно. Отмена гранаты. Как отменить гранату? Выполнил. Ладно. Спасибо. Так, награда 5 совет, блядь. Ты, сука, заебись. Охуенный совет просто, блядь. Так, 7000. Так, синяя. Блядь, нахуй мне это ваша белая, блядь. Тимур, есть такой сайт Fucking Great Advice. Я перед тем, вот каждый день прихожу на работу, перед тем, как начать, просто читаю каждый день, что мне за совет на день дает. В да. Но там каждый на день баги, какой-то новый тебе совет проехал. Выпадает. Дуо, топчик взять. Сейчас в дуо топчик возьмем. Типа, а-ля, возьми себя в руки, сука, или там, хватит... А, не, выполняй план, блядь. Так, дуо, блядь. Сейчас возьмем дуо, блядь.
Топчик, блядь, в дуа, блядь. Здорово. Почему, блядь, сука? А, работать никогда. Заебись. Я уж, блядь, материться начал, блядь. Микрофон не работает, думаю. У меня, блядь. Бывает, знаешь, такое. Не было такого. Заходишь, блядь, у тебя микрофон тупо не работает. Да не, нормально все. Нормально, да? Че, куда прыгнем? Может, гору? Все, понял. Ну давай, давай, попробуй на гору. Давай. С нами два чувака есть, да? Угу. Блять, пидор, он раньше меня упал, нах. Они двое к тебе упали. Оба тут. Нет, к тебе пошли. Первый блин комом, блядь. Ща порву всех, нахуй. Ты ебал, блядь. Блять, неправильно я сделал там, блять, сука, кипишнул, блять, сука, двум, блять. Не пойдет он на меня, блять. Кажется, сука, пошел, пидор, ебаный. Здорово. Благодарю. Ну и борода вообще не к месту. А шляпа тоже говно. Да и курточка не очень, сука.
Ой, бля, давай прыгаем, прыгаем. Я тут маленько хуйней просто занимаюсь. Да нет никого. Заебись. Давай залезь, бля. Пощечка нахуй не нужна. Нужна пощечка тебе, не? А чё купоны дают? Я вот один купон приобрел, что мне делать? Копить. Сколько копить надо? Магазин купонов зайди, посмотри. Шит, это кого такое было? Вижу. Чё, как у вас успехи? Не очень. Раз мы пришли к тебе. А вы пришли ко мне? Да. Че? Ничего. Готовы? Да вообще ничего. Сейчас, так, пойдите. Надо пиарнуться чуть-чуть. Пейк. Че, Леха будет с нами? А че, есть место? Освободим сейчас. Сейчас, да, все, сейчас. Я пошел сливаться. Давай, идем. Да, я уже в парадайз бегу. Ёбла бить, ёбла. Да, сейчас смотри, вот, блядь, побежал сливаться нахуй. Сейчас всех там захуячу. Всех прям. Прям всех вообще. Да. Я хотел ему написать на твой комментарий, типа, заебись педали, я хотел ему написать, что тепло ли тебе ебанько, ты стильная, блядь, но... Бля, не охуенно. Я не вижу, я не знаю, что это, но они вообще... Это на Баленсиагу. Это не Баленсиагу, знаю, Дисси. Как, блядь, Дисси Баленсиаг, ты ебанутый. Бомжара. Сериал кончился. Минус один. Чё минус один? А, ты убил кого-то. Ну. Балансиаги еще и ходить неудобно. Минус два, блядь. О, на Вики... На Динопарк надо падать, и... чтобы шапку получить. Да. Я бы надо... Десять Что? Раз. Пять раз просто упасть, десять раз убить кого-нибудь. Ну, упасть и убить кого-нибудь. А вот еще нырнуть замерзшую воду на 10 метров на карте. Это и... такая бредовая хуйня, что ты сдохнешь, вероятнее всего, бушка. Да не, нихуя. Я один раз нырнул, нормально. Вынырнуть успел, блядь. Вот эту шапочку надо. С хп по пятке, да? Да не, нормально, даже хп ни разу это не содрали. Леха громкий, надо тоже уменьшить чуть-чуть. Все, я тут, в лобби. Третьего-то не было. У меня в начинающем, короче, осталось приземлиться в починке ранга или совершить убийство. Все, бля, я закрою это дерьмо. Тебя войс. Леха.
красивым свитером зимним. Да. Некрасивым, вернее. Прикупил сейчас. Он называется некрасивый праздничный. Прикольный свитер, мне нравится. Что его начали? Да, я купил перчатки, некрасивые праздничные перчатки, блядь. Я не читал даже. Эти коричневые, что ли? Коричневые, да? Да. Ну тоже название, блядь, некрасивое. Нахуй вы так их назвали? Чё, куда? Пасл, блядь. Космодром. Чё, кому шубу? Норковая шуба. Продам, недорого. Нет, это скорее пиздецовая шуба. Подожди, я же сейчас в ней был, да, когда меня убили? Да. Она слишком внимание привлекает. Бля, ну что такое, ёбаный рот. Так же быть, я буду шубить. Шашок, чё дальше? И вызов, чё дальше? Вообще. Да бля, я не прогрузилась. Эхо. Чё, куда? Чё, кого? Летим до упора. Да хватит говорить уже. Пешков? Пешков вот это? Пешков, чё ли? Кстати, я вчера прыгал на Цемент Факторе, там не было. О, все. Ты все еще говоришь. Бля, я сейчас выключу. Все, выключил. Выключил. Ну, успокойся. Все, в болото в это? Да был ты там. Да, мы там разбирали людей. Там болото уже вообще пиздец. А, не, подожди, другой, да. Где-то рядом с портом. Пальц грязь, 10 типа. Говнище. Грязь. Это город Мытищи. Из города Мытищи, вонище говнище. Натуре? Да. А ты где живешь? Да. Мытищи. Я сначала сказал, потом подумал, блядь. Ой, блядь, ебать, чё так высоко-то нахуй. Так, церковь. Один человек. Есть челики на вашу сторону, падают. Раз, два, три. Три. Рядом с апельсином как раз. Апельсин тебе пизда. Не-не-не, пизда. Ты на мою сторону прыгнул. Помолиться зайдет, бля. Примешь на себя удар и будешь ждать. Они на... Подожди. А, мы все на нашей стороне, на моей стороне, да? На твоей, да. Все, мы все на твоей стороне, не переживай. Да, блять, я заебался просто жить по 2 минуты. Че, убежал, что ли? Да, он вроде там... молотов. Пиздос. А я к тебе прибежал, тебя. Там нету ничего. Там никого нету, да, тоже? Да-да-да. Куда я бегу? Не, людей, в смысле, есть, так он? Где люди? Люди он там, на 325, и внизу кто-то добивает АФКшника. Хуй с ним, с этими людьми, где оружие, бля? Лёх, где оружие? У меня. В руках. Все оружие, что тут было. Хочешь, пацаны, я тебе его не дам. Пацаны, подойдите ко мне как-нибудь там. О! Сейчас, погоди. Погоди. О, здесь тут... Этот пистолет стреляет во мне. Ой, этот автомат. Я нашел... У тебя там два человека вроде. Вон он бегает по полю. Я кого-то слышу, но не вижу. Вон он. У тебя есть нормальное оружие? У меня есть, да. Нормальное оружие. Пойдем. Чё за нахрен? Не вижу тебя. Кто стреляет? Я его слышу. Где-то, блядь, за трактором, чуть дальше, блядь. Вот, у меня. Пойдем. Давим. Он в доме, да? Да. Ну, заходи, там еще один что-то зайдет. Он еще живой, да? Он фулка, заходи. Слева. Хорош. Все? Да? Нет. Ну, он этих. Мой нок убил. Это скорее всего тот АФКшник, который добивает, сейчас бежит. Да, он бежит со 130 с поля. С оружия. Вектор. Я заберу вектор. Слышите, он со 130 бежит снизу.
уже бежит. Ты уверен? Ну, я его видел, я его видел. А чё, патронов на вектор нету? Там были. У нас тут что, тачка есть? Линкор, иди вперед, да, вот так. Пошли со мной. И вот внизу, вот смотри, там машина стоит, видишь, на спуске. Блять, я тут не вижу. Пошли, пошли, покажу тебе. Вот, видишь, там деревянный дом стоит. Ну, там 125. Что? Да, он оттуда бежал к нам, но я не знаю, куда он свернул. По этой стороне, наверное, где-нибудь ходит. О, мы дотикал. А я ещё кого-то убивал, что ли? Да, походу. Слушай, тут в доме второй есть еще. Я да ладно. Да. А, я вон он, бля. Ха-ха, с юмпиком. Да, я вылез. Эй. Я забыл про него даже. Ну ты жесткий, конечно. Четверка нужна кому? Я есть. Давай я заберу сейчас прям. Отберу. О, тачка. Не, прям сейчас сначала полутаюсь. Блять. Че, вы видите его или нет? Не, он куда-то сигнул. Кашников добивать. О, кто-то поебал получать. В спину стреляет. Хуево стреляет. Раз я еще жив. Ха, мне даже. Попал-то по ногам. Он где-то на нашей стороне, где мы были. Угу. Своей стеской, да? Не слышно. Ну, судя по всему, да. Либо с чем-то сглушителем. Я вот не слышал его. Да, в СС-ка была. Этот. Так что внимательно. СР, глушитель нужен? Захвати. На. Или у тебя места нет? Да. Слышу. Еще раз агрите. Вижу, 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 вижу. Амбар, амбар, амбар передо мной. Вот, на втором этаже стоит. Вот тут вот. Я ему пизды дам. А, ему все, добей. Брать не... Эй, молотов, блядь! Сразу мутацию! Да беги! Ты стоишь в огне! Ай, боже, какие ты жадные! Четверку! Четверку вторую взял. Сейчас бы так красиво поджег его. Так, это я поставлю сюда. Блядь, тут. Все, все собрали. О, рюкзак хоть забрать. Трошки. Четверку надо кому? А в зону-то пойдем? Нам в зону дохуя идти. Да? А церковь. Ой, блядь, патроны, патроны, патроны. Да. Да, надо, блядь, за это, забинтоваться. Течешь? Блин, линкор все пиздит, ничего полутать не дает, все собирает, сука, как пылесос, блядь. Он реально, он все облутал просто, блядь, ну... Жесть. Не, не все. Смысл, значит, останавливаться в этих темпах не было, да? Ну, конечно, нет, потому что, блядь, кое-кто все засосал. Засосал, там большой дом пришел засасывать. Так, а тут открыты двери. Ты лутал, нет? Нет, не я. А что, у нас проблема? Ну, типа того, по ходу дела. Я думал, линкор в нем пробежал.
Нет, это маленькие помойки. Там были двери открыты внутри, но на третий этаж никто не поднялся. В маленьких помойках никого не было, потому что я там нашел хилку. Я третий шлем нашел на третьем, на втором этаже. Значит, просто дверь, типа, значит, там дефолтно открыта. Кто бы пропустил третий шлем, ты что, прикалываешься? Она есть вообще? Она, там на этом, на первом этаже были открыты, на второй никто не пошел. У меня вот тоже двери открыты. Я тебе говорю, тут мутались. Ой, они семерка. У нас есть машина, можно там... я ей колеса пробью? М-ку найдете, дайте знать. Ну мне надо... А, ну ладно. Сначала дадим, потом пробивай. Добро. Кто по мне стреляет, блин? Бля, откуда? О, есть люди, блин, они себя вижу. По дому кто-то настрелял еще. Лёха? Свой сосед? Возможно, да. Потому что выстрел, блядь. Ну иди сюда. О, а вот теперь я слышу. Обилипать меня. Ну хватит убегать, блядь. Забери патроны свои. Забери патроны, чё, просто так кто скажет? Какие странные чуваки, патроны? Три, два шлема третьих пропустили. Мамкины лутальщики, блин. Ебать, куда мне их столько нахуй? Ну да. 500, блядь. Эти шлемы такие редкие. Блин, Кур, куда ты побежал, блядь? В кемпы куда? А как же машинка? Да пока... Я этих бомжар заберу. Чтобы не палиться, типа. Ты у нас как разведчик будешь. Как пушечное мясо отправили. Ну как лопнуть. Ежай! Все, погнали. Да, погнали. Два типа. Я молодец. Темпе? Где стреляют, там. Не тряси, блядь, по кочкам не езжай. Да я еду по дороге. Эй, вы куда? Вы чё, эй? Кинули, блядь, ты чё? Тихо, пацаны, тихо, всё нормально, поехали. А чё ты не остановился-то, не забрал его? Я бинтуюсь, не мешайте. Выпьем, Лёха, за твое здоровье. Ой, а чё ты остановился? Ёб твою мать. Опять не вовремя, бля. На дороге двое перебегают. Да похуй. Где? Дальше? Вон. Сейчас, сейчас, сейчас. Я в зон зайду, а то у меня, блядь, лечиться нечем. Ну, практически у меня дальнего оружия нет, я... Не, ВСС-ка есть. Здесь у меня, блядь, два винта, нах. Блядь, пидоры. Где они? Но это только передо мной. Метров 20. Ой, слева еще, слева, слева, слева еще, блядь, пидор поднимается в гору. Ну вот, Лёха, одного нокнул, одного нокнул. Лёха, живи, Лёха, живи. Бля, вытекаю. Утекаю, пацаны. Беда. Лёха, живи. Целый сквад, живите. Ух, есть аптека. Слева на... Есть аптека? Аптека есть? Есть. От души, братан. Надо съёбываться, там два сквада. Они между собой стреляются. Лёха, ты как? Я кинусь. Лёха, живи. Вижу твое здоровье и энергетики. Валим. Так, вижу, одного убили. Вижу труп. Как же помочь товарищу? Мне стрелять нечего. Лёх, мы тебя ждем. Лучше не отлагалище, чем очко товарища. Вижу чувака. Я попробую обойти, но я уверен, что у меня в палатках, в дальней палатке есть от вас. Бля, как он? Ага. На камнях не вижу. Вижу. Не палец. Блять, нет, спалили. Нокнул одного. Не-не-не, Тимур, живи, спрячься где-нибудь. Сейчас я ему еще в зоопинг. Я живу, на меня сейчас обойдут. Я захожу им в очко. Один за камнем бежал. Тимур, давай ко мне, я тебе аптеку дам. Не смогу. Я сейчас стреляюсь. Так, блядь. Где он? Я пока никого не вижу. Он вижу. Я буду их поджидать. Они тебя упарят, да? Бля, у нас еще на 290.
290 еще. Сзади я вас где-то. Одного. Так, почти в упоре у меня. Тимур там же за деревом. Вижу. Хорошо. Убил все. Все, 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 все. Сектор. Ебать, тут народищу нахуй полегло. У меня тут рядом челик есть. Леха, текай к нам, Лех, вниз, вниз давай. На них. Надо лутаться. Я на три трупа. Надо мне килку и бусты, пожалуйста. М24. У меня коряк. Так. Заберешь М24? Либо аптеки и болики. Ты мне что говоришь? Да. Я 4 заберу, да? Да тут полно этой всякой приблуды у них. Пиздец, вообще. Тут даже места уже не хватает, он не лезет. Ой, блядь, аптеку надо. Бля, надо дохуя аптек. Да тут есть вроде как. Тут 8 микс есть, есть. Где М4-то? Ниже, даже. Ниже, ниже. А, вот, всё, нифига. Надо. Где аптеки? Вот здесь, по моём трупе, вот на мне. Да. Ой, чувак. Донатный чувак. Донер жесткий. Хильдис, блядь. На мне аптеки 3 штуки лежат. Все забрал. Дальше, дальше. А бусты где? Бусты, бля, ну давай я тебе так скину. Блядь, и там плотно. Это как лутать, там же были Леха, что там еще люди были, они могут к нам прийти. Как-то вот так сели. Думаешь? Или иной частью. Бля, кто буст спиздил? На, 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 на. У меня всего 7 бустов. Все, драпаем, 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 зона. Хватит лутаться, сидите, бля. Ну, в общей сложности 7 бустов, да. Я бусты там в одного челика так успел взять, все. У меня по 2 осталось. Я легким кидал. О, боже. Все, живем пока. Пока, да. Да ни у кого лупт не особо. Я только патрон набрал, эмку забрал, и все. Бля, а че я парюсь? У меня 7 аптечек. Семерки есть у кого? Не, не брал вообще. Нету. У меня глушитель есть на СР, надо? Херня маленькая, мегафон. Нам именно прям? Нет, проехал мимо. На МГ где-то. Тут, кстати, не лут, он кем-то. Можно пройтись. Не-не-не-не-не-не, выходим из зоны нахуй. Надо захилить. Да следующая рядом, не переживай. А тут потому что зона, наверное, поджимала, еще стреляли, что ли, со всех сторон. На 16 секунд дальше надо бежать. Вот тут чуваки где-то. Ой, должны быть. Слышь? Блядь. Ребят. На метке на зеленой. Чуваки будут примерно там где-то. А, даже рядом у вас, бля, ебаный рот. Блядь. Да ты пидор, блядь. Они перед линкором. Нет, о, вот они. Двое. Спускают в зоне, они в зоне, в зоне. У меня в упоре. Понял. Дал метку. Ко мне подходит. Вижу гилька. Нет. Блядь. Это один. Они дальше убегали, мог бы поднять. Там дальше килик и еще один чувак. Да нет, конечно, был меня поднимать. Да. Зачем ты попался? Я пришел тебя. Ну да кто. Так, где вы, пидоры? Дошел. Печаль, беда. Печаль, беда-то. Сейчас по новой начнем. Я перекурю быстренько. Давай. Так, нахер мне не надо. Вот это, вот это.
больше. Ладно, я хотя бы челика с аугом доел. Дамаг не такой будет сильный у меня. О, да. Блять, сука. Ладно. Что, они тебя кинули? Кто? Ушли что-то все. Ну, я там. Решили, видимо, не пойти. Нет, только на руку. Сейчас вперед пробегу. Главное, чтобы пойти к домах, никого не было. Потому что иначе это будет фиаско, братан. Посмотрел, никого. Лег. Залег. Опустился. Патроши должно хватить. Ну и погнали дальше. Хоть бы в них никого не было. Не балую там никого. Да нету там никого. Ну тебе идти надо, хули, чё через эту замерзшую воду. А я не пойду через нее. На по краю. Ну по краешку вот тут вот. Чё он? Нет. Ну он, блин, бегает, гасится везде. Аккуратненько. Так. Как крыса. 12 явно не надо. Думаешь? Ну, я не собрался жить за пределами. Что, есть замечтавшиеся выживатели? Кого подобивать? А, нет, да, нет. Кто застреляет? Ну-ка, покажись. О! Опа, вот он, белый масхалат. Это не белый масхалат, это медведь в своей привычной среде обитания. Бам! Не знаю, попал или не попал. Не попал. Ой. Да. А есть тиммейты их? Где-то все? Они, по-моему, все перебежали уже. В доме? А белый медведь? А нет, он против медведь. Них. А нахуй. Ой. Ой, бежать туда. Так, нет, сначала... сделать вот так вот. Оп. Там вот так вот.
красиво сдохнуть, нарвавшись на целый склад. Капот. Сюда подожмись и все. Аккуратно так. Мне кажется, они крысить-то не будут, уж Аня вон бежит, по лестнице забрался. О, все, пошли следы. Вон бежит. Мне, значит, надо левее брать. Потому что они правую часть, видимо, оккупируют сейчас. Да. Чем лучше? Там убивайте друг друга. Бултанная. Так, мне так вылечить быстро. Заебись. Хуяк и сел в уголок, бля. Диванчик вон сядь. Кресло, кресло. Матрас расстели. Поляну накрой. Такой вопрос. Лимоны скрещивают с мандаринами или нет? Хрен его знает. Потому что сейчас вот лимон, который я юзаю, он по вкусу очень похож на горький лимон. Ой, на горький этот... Мандарин. Мандарин. У него вкуса лимона нету, только кислота. Сейчас уже только что не скрещивают. А чё вы отрубились? В смысле отрубились? Ну, дисконнектнулись. Я думаю, сейчас скоро отъедешь, хотелось в магазине полазить. А чё, Лёха, премиум взял? Да. Здесь этого не было слышно. Да-да, сейчас, блядь. Убивайте, убивайте там уже друг друга. О, так осталось-то, блядь, 5 человек его надо. Главное, чтоб они... дуо там какой-нибудь и склад. Главное, чтобы зона вот прям вот центр у нее вот тут вот остался, вот где ты сидишь. Так даже если уйдет, будет не так обидно. Она все равно, смотри, тут... вот тут low ground вроде бы. Или погоди, или наоборот. Это... Вы там аккуратнее. Ну да, ладно. Ну и вот и все, соло против склада. Думаешь? 100%. Да не. Да быть такого не может. Не-не, нихуя. Молот, гранату взять. Тихо-тихо, не шуми. Не дыши. А у тебя чат включен голосовой? Соло против склада. Векторы решает. Давайте доедайте. Так, двое осталось. Все, тебе это, осталось ебашить их. Да я
Я зону подожду. Я хочу с последним зафайтить. Добить, добить надо было. Таких, мне кажется, а нет, да, все. Вот, все, иди, иди. Стекло не бей. Да, аккуратней. Распилит нахуй, блять, охуешь. Тогда ложись. Вон он бегает. Бля, как ты его там увидел? Он ты просто по звуку? Нет, я, ну, чуть-чуть услышал и голову спалил. Опа, там тебя он выглядывает. Слышишь, да? Слышишь, он в себя поверил, да, я слышал. Прыгать надо. Ну, спускаться оттуда. Топ один, бля. Ёб твою мать. Сколько у тебя киллов? Скажи мне. Один. Шесть. Да, шесть. Ништяк. Один. Вот и все. Ништяк. Я крысу отыграл, дизлайк, отписка, вся хуйня. Это не третье лицо. Я практически высидел, я не знал, сколько их против меня. Я остался один, что мне еще делать? Так, задание главное выполнить третью неделю. А самое интересное, знаете что, я сейчас вот пока мы стреляли с этими складами, я настрелял нахуй троих, они нокнуты были. И их, сука, всех подняли, я ни одного не убил, блядь. А я, которых ты, видимо, добивал, они стояли, хилились, я тупо с вектора с одиночек расстреливал. Вот, я тебе говорю. Метров. Я там просто людей нахитовал, блядь, но... Нет. Да. Ну ты как всегда. Ты дамажишь, тебя добивают. Я говорю, я на подсосе, я всю сука, свою сознательную карьеру в PUBG на подсосе. Че уж поделаешь. Реализации не хватает. Ух, 12 лайков. Молодцы, кто ставит. Где 12-то было? 9, нахуй. Кто-то ставит, видимо. Но надо разбавить тогда, сейчас дизлайки ебанем. Не надо. Чем? А сейчас смотрят вот 7 человек, это мы все с разных устройств или? Ну да. У меня чатик. А задержка 2 секунды получается, да? Да. Смотрят, не говорят ничего. 3. Что 3? 3 секунды задержка. Тебя 305 самый кайф. 3 секунды всего задержка. Тупо за тобой за это. Запускаешься и надо будет так как-нибудь устроить такое. Пукан тебе подрывать. Я тупо, знаешь, выключу интерфейс, как я и обещал. Не, вот. Идеально. И буду стоять, смотреть в пол. Ничего узнаешь. Я буду ждать, пока убьют тебя, а не меня. Буду ходить с опущенной головой. Так вот передвигаться. Так, что там поставил? Викенди. 15 километров. Шуба. Не хочешь шубу? Спасибо. Так, убить трех противников штурмовой винтовки. Одна воз засчитала, заебись. А судишки-то там офигеть сколько? Сейчас надо, да, сделать это? Да. Я еще ни разу не сделал. У меня такая же хуйня, по-моему. На диске бы заебись. А, не, один раз, бля. Использовать 30 исцеляющих, стимулирующих предметов в Paradise Resort. А в мыльце? Начинающий я все сделал. А, туда ж не обязательно прыгать.
Можно просто прийти с кучей боликов, энергетиков и просто их юзать там. Идеально. Я Тимуру по сиськам накидал этим снежком. Они и так бил. А, ну давай, увеличивай размеры. Линкор в манду. Блять, не кинулось. Вычинул. Чё, куда мы летим? А давай в динопарк. Ебать. Давай. Ну я думаю, сейчас мало туда кто полетит. Хотя хуй не знает. Может, долбоёбов как нас хватает. Так, а на трусики, так чё, какое задание на трусики? Трусики. Нырять, по-моему. Да, нырять вроде. А, не, в красной зоне останавливаются. Да? Да. Не, красная зона на шлем. А, да? Да, там надо... Хочу шлем, хочу шлем. Так, а я тебе и добиваюсь этого. Я же останавливался на красной зоне не просто так. Ну, я помню. Ну, но там же можно не один раз, там же можно, ты остановился, поехал, остановился, поехал, остановился, поехал, правильно? Разве? Ну, да? Нет, вроде. Или одна зона на один раз? А я не знаю. Может, вообще на один раунд? Хотя? Ну да, тогда было слишком просто, если бы несколько раз можно было остановиться. Всё, за нами, есть? За нами склад, да. Я вот в этот вулкан падаю, да чё? Пускай тацают. Мы долетаем раньше. А где скот? Я их не вижу никого. А, вижу. Они вроде разлетелись по бокам. Если по разным сторонам, типа, не в динопарк, а типа, это... Кимпыш, типа они, да? Не, один есть, один рядом с нами есть. Он слева от меня садился на 230 где-то. Нокнул одного. Значит, где-то здесь они, скорее всего. А где он? Ничего не добил. Что добил? А, это он, по-моему, и был как раз. Оп, на птичку, оп, оп, оп. Всё, спижу. Пизда тебе, нахуй. Иди сюда. Лечись аптечкой, которую спиздил. Нет, она не может сейчас залечить. Бля, взял покоцал мне броник, ну ёбаный кайф. Я тебе в ногу так-то выстрелил. Едут, да? едут. Остановились. Я со спины к ним буду заходить. Тут где-то. Дём. А, фу, здесь. Вы их видите, не видите? Нет. А, всё, вижу. У тебя, да? На картах подкрадывается, не видит. Въебало ему. Ебани. Еще один есть. Все. Офигеть, прям на него влазил. Да, их нет никого. Вы всех постелили? Линкор, ты видел свою? Ты хп. Они тебя убили, что ли? Ну, почти. Почти. Пытались, но не вышло, да? А вам нужны эти? Я просто наблюдаю за тем, как будут. Какие? Ну тут кучу всего нашел на самом деле. Что у них есть? Удержитесь. Четверки, хуёрки. Четверку надо. Вот, валяется в этой закусочной. Да. Так, видимо, не в этой.
Тут не, в закусочной, большой. Ну, третий жилет, заебись. Второй жилет тут есть, надо кому? Я в третьем. Я тоже. Я Вектор на самом деле тоже взял, если кто-то найдет. Поздняк, я уже с ним. А, ну ладно. Супер-пупер Вектор, полностью почти собран. У меня тоже. Блин, надо захилиться, а то что тут есть, у нас стрелки, блять, по ногам. Вообще случайно, бля. Убиваю случайно в голову. Трёшка нужна кому? А, Тимур, я тебе могу Вектор скинуть, но без всего. Тимур? Да, трёшку возьму. Ну и хуй с тобой, молчишь, так молчи дальше. Давай, давай, я готов. Да вон, у меня теперь в магазине этих сувениров. Ой, третий этот, бронежилет третий. Тимур, Тимур, как ты пытаешься? Да у меня он есть. В домике третий жилет. Чё, можно точку заберу? Понятно. А, погнали, зону. Есть голограф. Какую зону? Так там рядом зоны-то. Подожди, тут еще можно налутать, еще. Да ты чё, обалдел тут на заправке, ой, на этой, на парковке, знаешь, сколько всего? Да. Да, там вдоль этих есть. Блять, чё куча всего. А девятки есть кого-нибудь-то? А, я ж скидывал. Тебе надо, что ли? Вектор. На. Очень много. Где? О. Тебе надо? Давай. Ну, хоть первая таска. О, второй рюкзак хоть, блядь. Ладно. Может, найду чё. Тут есть арбалет. С арбалетом, наверное, только ты играешь. Ну так это убер оружие. Не играет. Ну все, погнали за линкором. Линкор, ты б захилился. А четвер. Блин, я про четверку забыл. Тут мне про четверку говорил. Там закусочная была в соседней. О, о, о. Это что ты делаешь? Это ты делаешь? Нет, это не я, это по мне. Откуда? Передо мной. Идут пушить. На территории? Блять! И добивать? Рапчур, блядь, это далеко. Ёбаный рапчур, опять рапчур, которого я добил в прошлом раунде. Я вроде спрятался. Блять, это далеко сильно. Я запрятался под вас. Ему придется под вас выйти, чтобы бить. Ага. Только еще нам, блядь, надо под них выйти, чтобы тебя хильнуть. Двое как минимум. Видел двоих как раз. Ёбаный стрим снайпер. Вижу, блядь, обходит далеко, сука. Лёха, у тебя справа сторона. Блядь. Лёха, беги на меня. Иду. Ему друг пришел помогать, сука. Лёха. Быстрей! Я помогу. Меня идут убивать! Тихо! Линкор ко мне подходит. Тихо. Да, ему дал два хита. Ниже спустись, чтобы он ага. По тебя выходил. И... Я тебя законтрю. Сейчас похилюсь. Могу. Я бегу к тебе. Есть аптека? Нет, у меня 5 бинтов, 4 уже. Ладно. Он поднимать будет его. У нас они. Не слышу, он где-то вот возле этого динозаврика. Я застрял, блядь. Там еще один, тихо, аккуратней. Все. Блять, эти обсоски даже ребятушки. Не могут со стримом убить нас. Все, ребятушки, это весь класс, все. Да? Это, блядь, челики, которые вас положили в прошлом раунде. Ну и что ты думаешь? Я, блядь, сейчас... Для этого есть задержка, слышь? Три секунды всего лишь.
Я опять троих на стрелке. Бля, у меня почему-то дольше нах. Не три, хуя, не три. О, эмочка. Эмочку заберу. Есть кого-нибудь потрошки на этот, пятерке? М-ка... А, у меня взял. Девятки есть. Да, взял. Ой, я М-ку уберу. Окей. Okay. Только обвесы не бери, там обвесы какие-то у меня скинулись. Найн, мои обвесы. А чё ты? Есть аптеки? Че я взял? Три штучки есть у меня. Че я выкинул? Че я беру? Ааа, хватит лутаться! Пятёрок дайте. Дайте хотя бы аптечку. Вот нам бы сейчас сюда грену бы прям. Так, давай в сторону отойти. А, касок ни у кого не видели? Спасибо. Андрей, ты чё мажешься аптекой? Да какой аптекой? Каска есть тут? Тут вторая есть. Я вижу. Говёная каска, правда, ну ладно. Тут получше есть. Она очень лучше прям. Ну. А кто у меня... Подожди. Бля, у меня ещё так залагало, Лёха в космос полетел. Вот топовая МК. МК, МК. Топовая. Да нахуй её, у меня этот гэшка. Всё, погнали в зону, а то у нас это... Лёха вон спрашивал. Это пятёрок, у меня 84, два оружия. Такая же хуйня, ты чё думаешь, у меня лучше? Давай, я тебе половину скину. Иди сюда. Так, мне сейчас надо. Бля, и там хочешь что ли взять? Кто стреляет, вот нет? Вот это жучара. Вообще жук. А увеличенный. Возьми жопку, жопку. А, сейчас скину. А, держи. Ой, бля, столб уперся. Увеличенный. Это на случай, если снайпу найду. Второй фуловый найдете шлем, скажите, пожалуйста. Хорошо. А, есть, где-то в закуточной лежал. Бля, ну спасибо. О, смотри, машина стоит, видишь? Где? В дерево упертое. Ну, это пацаны слева. Тут. Вы чё, машина вот здесь где-то есть. Вот. И СЛР, кстати, СЛР есть. Надо тебе, Тимыч. Блядь, СЛР-ка. Не, СЛР-ка ненавижу. Не обращай внимания. Чё, есть кто-то? Блядь, Андрей. Ты чё, блин, там задание выполняешь? Да. Там есть ещё, машина есть ещё. Лёха уехал. Вектор мощь. Мощь, сила. Мощь, сила. Уничтожает врагов. А увеличенная есть у тебя? Не надо тебе? На вектор. А, любой броник найдете, скажите, пожалуйста. Там ж был второй. А, где? Я не вижу. Блять, это ты бегаешь, я чуть не обосрался. Пиздец, а надо блин. Было, надо было. Реально, блять, блядь, чуть, чуть по штанам не потекло. Кто там про кредиты говорил? А, чё стреляет? Кто стреляет? Чувак тут про кредиты говорил, то что кредит взять это как... Посрать под себя, сначала в тепло, потом в холодно. Это тот самый чувак, которого ты, блин, это ещё сказал, на F стрелять, или чё там, бегать на F? Все? А, который из машины выпрыгнул, бля. Да, 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 точно. Да что там у тебя на канале дизлайки? Не, по-моему, не он. Он. Челик с нами один был. Блин, а где я броник только что видел? Я не видел. Показалось. А там рофлил, развлекал нас, ты взял его просто. Обломал пацана. Бля, дроп летит. Нифига. Мы с ним не так долго играли, он. Там два чувака, по-моему, было. С нами. Да. А, который он. Много базарили, да, типа, на санке. Да-да-да, вспомнил. Правда. Арты у них не закрывались, как будто бы, не знаю, как бы... Да. Мы на этом были, на руинах еще. Опа! Опа. В смысле, это как я уже лег, и он мне по голове дал, это в смысле, блин? Давай, лежи. Где? Лежи, вон дома, не вижу, на Е. А, все, мне это говорит. Короче, тут один бегает, весь. На метке. Да, я вижу, там что-то было. Рецайтилинг кора, я бегу. В обход немного пойду. Ай, они уже в обход, блядь, подошли. Так. Вот. Грену кинул. Блядь. Что это фиаско? А, нет, это фиаско, братан. На 75 где-то возле заборов. Там блядь. Ну ёбаный в рот. И опять я один.
сейчас буду тащить опять. Не, давай не тащи, просто уйди, убей их, убей, убей их. Отомсти, мсти. Да нет, нет, там один человек остался. Обязательно отомщу, но мне надо набраться сил. Хотя бы броник найти, понимаешь? Он сейчас так своих поднимет. Ладно, в конце, блин, сейчас 46 человек. Кого ты тут играть собрался? Иди, иди, блин. 45 уже. Иди воюй. Смотри, они сейчас будут вас лутать. Он там сейчас отрезает всех. Делаешь так. Тихо. Я пошел. Шапку ему, в шапку давай. На нахуй, красава. Слева еще, Тимур, слева, слева. Я видел, я видел. Я не спалил, куда он зашел. За заборчиком он. А, да хуй забей на него. Блин, по ногам бы не настрелял. Грена есть? Грена, дудок, кинь. Вот он там лутается, бля. Чёрт ебаный. Обоссанные, бля. Шлёпок не обходит мне? Да не, он там, блядь, лутался нахуй. Надо было Грену на кине. Обходит он меня? Да нахуя ему у тебя обходить-то? Ты уже другой. Да, нихуя. По ногам. Ну, топ хует. Обходил. А он по ногам ебанул, ты. На Ленора подпишусь. На кого, на Ленора? Да. Ленор. Аншо. Танимас. Не, не Анш. Никогда ваше белье не будет пахнуть так, как после Ленора. Я ушел курить. Так мы начинаем уже, куда? Да успеет. Ну он же не как ты куришь. Да пошли не в жопу, я курить. На балкон хожу. О, это было красиво. Приятного вид, пацаны. У меня просто помело. Я помело обжираюсь. Помело? Да. Ты его нормально порезал? Да. Окей. Я его все полностью почистил. Ну как я почистил, жена почистила. Она у меня такая зая. О, знаешь, объявился. Говорит, я тут не при чём. Да, это значит, что все это мимо стал. Ленор. А что у нас это? Стрим снайпить еще будут? Не знаю. О, это ру. Возможно. Можно это крыть матом челиков, которые будут добивать. Орать, иди нахуй! Пошел нахер! Орехи смотрю. Чьи орехи ты бьешь? Главное, чтоб не свои. Ты говоришь со мной.
Но ты делаешь это без уважения. Да. Фу, клетки. Я почему-то очень не люблю клетки рейки. Прям. Потому что они такие же сморщенные, как мужские. Нет. Да, ты. Тестикулы, блядь. Мы летим, да? Да? Да. Валёх успел? Да. А ты чё куришь? Сигареты. Кого? Сигареты. А, я думал вейп. Обычно только вейпер так быстро курит. Куда? 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 Я помню, где ходил бы. Кассел? Давай, кассел. Да я уже, блядь, не курил, нахуй, блядь. Вчера, блядь, а? Пережрал, нахуй, блядь, опять закурил. Да, у нас квад уже один есть. Да. 30. Ой, ебать. Ебать, пацаны, тут народ еще. Андрей. Я на крышу, пойдем на крышу. Кто со мной на крышу? Здорово. Ты будешь на стрим снайпить? Потому что тут у нас люди. Не надо на крышу, не надо, не надо. Бля, что-то мне подлагивает. Народу. Ой. Я не успел на крышу тут. Я вижу калаш. Опередили меня. Я неудачно приземлился. Очень плохо все. Пацаны, спасите. Добей его сразу, убей его. Я отомстил! Хуй там. Да, да блин, что за хрень? 40 FPS. Он наверху, да, где-то? Я на крыше стою. Ну ты откуда ты взялся, чмо? У меня после тренинга, конечно. Через час, окей. Типа крышу залутали и все. Больше не хотите сюда? Тимур, у меня проблемы. Сейчас я приду. Тихо-тихо-тихо. Блин. Блин. У меня только одно убийство. Я не добил своего предыдущего. Левее, левее. Справа еще кто-то есть. Слышу. Кто-то видит. Блядь. Андрей, спускайся, добивай. Спускайся. Он ждет тебя. Ты... Нет, нихуя не ждет. Спускайся, он налево ушел. Как выходишь налево. Сразу что ли? Да. Иди пуш остальных. Да где-то здесь. У меня вот здесь вот оружие забери. Слева еще. Слева прям за спиной, блядь, был. Молотов. Включай, да, да, сейчас заходить будет. Да сука, третий это что ли, блять? Шлем. Сука. Да. Прикольно, пацан закончил. Бля, было же все прекрасно, чего вы сдохли? Отвечай во всем виноват Тимур. Так. И у нас еще двое.
Во всем виноват, Мур. А, не, вру, подождите, не Тимур же виноват, виноват это. Слишком быстро сдох. А у тебя не было оружия, что ли, он тебя перестрелял или что? Да нет, я поднялся на лесенку, он хуяк просто сзади откуда-то появился. Хуй знает, да. Не, а второй Лёха? Чудеса. Второй Лёха, не знаю. Да он с этим, за углом сидел и не заметил сразу. Блять, а подождите, подождите. Причали стоял за углом. А, вот она моя любимая. Ой, бля. А, все, все готово. Тимур, а тебя двое зажали, что ли? Чего вы контру? Где вот эти? Зелёные? Чего вы контру? Оранж, оранж. Чё, кого, куда летим? Опять касл? Не-не-не. Вот, жопа. 40 фпс, если там бегать. Ну, оно сначала лагает, дальше прогружается вроде. Ну давай, да ща, не-не-не, давай пока без него, сейчас этот придет. Нам все равно, походу дела, в Сантару это придется лететь, блядь. Тимур, блядь. Наверное, жрать себе пошел наложить. А ты чё? Вернулся, блять, очнулся нахуй. Чё, зачем ты зачем с ним? А, да я летел специально, чтобы прикрыть его жопу, если он будет падать, аутист. А, вон, отлично, у нас склад. Заебись. Дальше, да? Да, они на те дома полетели. Хотя у нас один вроде падает. Один падает, трое в другом этом компаунде. Давайте, муж, за ним. Я буду его бить, и ты бери оружие. Где он? Дай! Сайонара! Боже, обожаю это. Сейчас его злые друзья придут, пацаны.
Тимур, пойдем их встретим там. Че, он жрет, что ли, опять? Ну, конечно, жрет. Жопа скоро не будет помещаться в кресло. Че, хотите к ним идти, встречать их? Не-не, мы их просто ждем, как бы, они сейчас будут подходить, потому что... На это тоже куда? К вам иду. Они с этого направления будут идти. Зупан. Вывеска Зупан на доме. Иду в Зупан. Не зря пришел Зупан. Там телек. Ах. Да походу сюда уже кто не придет. Ну, видимо, да, перехотели. Они, наверное, и не хотели особо. Челики убивают, добивают сразу. Опасно. Вот еще одна СЛРка, кому надо. О, надо, бегу. У меня патроны забрал. На первом этаже. Все в один дом пришли. Как забрать СЛР-ку? И 2х. Все жрут, бля. Надо будет тоже, чтоб поезжа сбить. Тут жишка есть. Без патронов, конечно, но есть. Так. Бля, по боликам что-то вообще нихуя нет. О, третий, кому это надо, третий броню у меня. Че, никому третий броню нету, нифига вы. Да там вроде Тимур ближе к тебе всего, да? Но он молчит. А, он поставил, да, типа, себе метку? Или это типа его было? Короче, твои метки здесь в доме. Здесь уж латали. Где там у тебя третья броня? Бля, я думал, не послышалось, а нихуя нет. Не послышалось. Они уехали, да?
Блять, как я испугался тебя. Хуй я думаю, блять, тут еще думаю, начал ебашить тут рядышком. Да ты Тимур, разбираешь, да, третью? Я что-то я просто не знаю, куда он ее поставил, эту метку. Вот в этом доме. Нифига вы несетесь, блин, побыстрее, да? Ну давай, блядь! Не может разродиться, нужна ему третья броня или не нужна? Третий этаж. Заебал, там тушня сидит, небось тушняк жует, блядь. Тушняк? Ну тушняк, что ли? Тушняк, нифига ты, блин, тушняк. Хренеть, первый раз такое слышу, тушняк. Тушняк, блин. Тушнину, блин. Петушка он там ест. Бля, а чё у нас по зоне? Зона в пиздях, да? Петушками закидывает. Посмотри-ка на него. Я... Так, это все оборудовано, походу. Пятёрышек есть у кого-нибудь взаимно? О, может. Блядь, 120 только. Кредит дам, да, под 100%. Тридцаточку-то смогу дать. Кредит мы... это с удовольствием. Кредит под залог дома, квартиры. Блядь, что я делаю, нахуй? Что ты делаешь? Да, хуйней занимаюсь какой-то. Ты здесь в кемпах, да, в ближний поход? Да, чуть а, дальше блядь, вот там. А, блядь, я здесь не выйду. 290. Блин, какой же яркий снег, вообще жесть, аж на глаза режет. Ты можно как-то пофиксить, нет? Не. Вообще же говно. Ай, блядь! Оп, тачкой... А, блядь. Чё, он тебе тушняка ждал своего поесть, или чё ты там сейчас? Не, я уебался в маленький камушек, который из этого торчал. Из земли. Его вообще не видно было. Лёха, видишь кого-нибудь? Походу где-то уже следующий кемпах. А вот здесь. Вы не хотите от зоны съебаться, не? Челика вижу. Двоих. На 20. И дача там рядышком. Топчите нахуй их, топчите. Обоих чтоб затоптали, один есть. Второй, второго, второго топчи. Минус один. Окай! Они вдвоём были, да? Да, achievement completed, блять. Не, серьезно, блять, ну взял просто и разъебал пацанов. Бля, а это нету? Окей. Я у него маску за это заберу, то что он мразь. Та-та-та-та. Так, чё, можно это? А чё они пешком шли? Не знаю. Удобней. Они там лутаются, сидят, они пешком не пошли. Так где-то там ложи идем. Ложа, да, в этом трупе у камня. Что, есть там что-то еще, нет? Очень мало пятерочек. Кстати, там сколько-нибудь. Ага, были бы они еще. А, есть. Но они мои. Чтобы я у тебя кредит не брал.
Стой, стой, я буду с тобой ехать и хилиться. Рани, рани, это там лежит. Через кассу. Дроп слева. Два дропа. Че, поехали за дропом? Они далековато, конечно. Меня хватит сами. Они, походу, не хотят за дропом ехать. А чё они молчат, я не понял? Где-то вот здесь за товарной дорогой походу. О, кто там воюет? Да, вон они, вон они. В доме. Дом, в доме да, напротив. Двухэтажный, в окне, видишь? Ты бегаешь типа, да? Да. На 145 двухэтажный дом. Ниже. По ним стреляют спереди еще откуда-то. Вон, вижу еще чуваков на 185. Возле дропов бегают, стреляются. Стреляются на СВ. Еще одного нукнул вдоль. К нему подбежал чувак второй. Блять, ну Тимур, ну ебаный в рот. На С двое в маскалатах бегают. Лех, аккуратнее, один над тобой должен быть где-то на горах. На скале бегают. Так, я походу сюда зря прибежал вообще. Я не знаю, что вы куда сорвались. Линкор, смотри, на доме на 95 сейчас. Надо мной я бегаю. Вижу. Над тобой? Над вами никого не вижу. Блядь. Ну как, блин, ну что за нахрен? Над тобой? Блять. Где он, блядь? Пацаны, я вернулся. Сверху? Да. Над ним. Он один. А нет, их двое. Один в зеленом. Другой был гелик. Блять, скат еще очнулся. Отходи, отходи. Анкрус, я пошел жрать тоже. Собаки. Нас стрим снайпить хотят. Ой, как раз пока поем. Ебать, он, я его поздно заметил, блять. Он его пиздить бежит. Сразу налево. А, он в доме, аккуратней. Закрой дверь. Да какого хуя? Ой, блять, ебать, они живучие. Так, я пойду покурю, потом в магазин надо сходить. Алинка, ты шо спишь? Жена, просыпайся, блядь. Палкой. Давайте перерывчик, стрим на паузу поставь. Это нельзя сделать так. Ну, давай тогда второй запустим, чё. Чё, у-у? Тем более нельзя. Ну, поиграть. Да поиграть хочет. Я его скипну просто потом, когда вы придете, я... Давай. Нормальное дело. Умном. Айзим, давай заходи. Место есть.
Кто там хотел походить? Андрей? Пошел отсюда. Леха пошел есть, он... Да, он кушать пошел. Я гламурный. Все, строю. Так, что тут? Четвертого не будет, походу. Эх, печаль. Втроем, да, мы? Ну, да, там не коннектал никого. Ага. Куда? Куда, куда? В больного пойдем, может? А, кассу? М? Кассу? Давай, давай, давай. Давай, наверное, так же с этого здания. Да. Там поближе к нему есть места, где лежат оружие на ящиках. Ты рядом со зданием хочешь, да? Я сейчас, если пролетать буду, замечу оружие, я сначала на оружие попаду, потом в здание зайду. Чтоб не с пустыми руками в гости заходить. Угу, понял. Надо подарочки.
Так, броник второй вижу. В принципе, броника достаточно будет. Что-то добивает, что ли? Ты забежишь внутрь? Тихо-тихо, тут еще есть чувак. Ты заполз? Все гуд? Я подумаю. Он не у нас, он... Ну, как все, он все, у нас... Все, понял, он на улице. Бесаешь? Бля. Справа заходят. Ёбаный в рот. Бегите на меня. Я прикрою. Чека есть. Еще тут идет, да? Бежай! Сосать! Ты ёбки, блядь. И они, блядь, приодетые все. Они двое стоят и зажались как крыски, короче. Один лежит вообще. Снизу, тихо. Или ты выстрелил? Нет, нет. За этим домиком есть. Блять, я в сыве. Стой, да так, блядь. Же, стой так же. С этой стороны где вы? Быстрее, 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 быстрее. С окна смотри, с окна смотри. Или можешь прыгнуть на меня. На меня прыгает, нормально. Вот сюда, около стенки вставай. Ага. Он перепрыгивает. Он под аркой пытается залезть. Все, сидим. Слева. Подходит. Тупо лежат и пытаются забустаться, захитить. Так. Ой, я заберу вот это. И вот это. Есть тут еще? Напротив где-то дома. Люди. Вектор бы так-то взять. А, вы прям туда решили пойти? Все, понял, извиняюсь. Бля, второй этаж есть? Второй этаж есть. Понял. Как шумок бегу к ним. Блять, застрял нахуй. Уже на первом? На первом. Возьми хоть каску один. Крайний. Под нами. Все выводятся в центр. Вон он. Вижу, вижу. Блять. Хватит лутаться, меня, я тебе...
мне сложно зажимать этого. Чего? С ганг с топушки. Бля, есть еще семь? Вот нет? Только от бедра вообще с нее нормальный. О, я лучше клинтами пустишь. Ганг с топушки даже с этим, с компенсатором вверх. Трёшку надо кому-то? Нет, пожалуй, не сегодня. Трёшку... может, в принципе. На трёшку. Больше нет никого. Ага. Че, у тебя хилиться нечем? Бля, еще мы в зоне, блядь, почти в центре, да? Охуенно, блядь, 60 патронов. Что-то делать, куда-то двигать, хули. Давай кемпы ближайшие возьмем. Какие? Вот эти? Не знаю. Да, наверное. Мы в центр, да, в центр в ту сторону уходить будем. Бля, я пошел нырну нахуй на 10 метров. А, это не тут. Да. Чего они тут? Это вот здесь вот на желтой метке надо делать. Да тут тоже вроде можно. Как. Не-не, тоже можно. Да? Ебать глубоко нас. Давай проверим. А это один раз закатку можно сделать? Или много раз можно сделать? А, я нырял много раз, но мне засчитал только один. Понятно. Так, ну что там? О, все, можно нырять. Так, плыви давай, выплывай. Оп, сука. Давай еще раз попробую, хуй с ним. В смысле? Я, блядь, забыл. И не восстановил. Я дыхание не восстановил. Блядь, дебил, блядь. У меня есть. Ой, блядь, ну еще, сука, вышел, блядь. Блядь. Чё? Сорян, пацан. Сразу меня убил, патроны закончились. Ёбнули тебя? Блять.
Прибежал челик такой, открывает, закрывает дверь. А тут я стою. Начинаю выпускать весь боезапас свой. Из вектора. Алёш, патронов-то мало. Короче, тебя завалили, да? Я прибежал. Нет, я убил его. Так. Ну ладно, чё, пойду курить. На холме где-то, да? Машинка есть. А, люди тоже там дохнут. Тот решил тоже понырять. Дроп недалеко. Отлично. Ты фулл Т3? Постреляемся. Ты тут приехал кто-то? Да-да. Но они, скорее всего, на дроп ушли как раз. Алена, что, все пожрали? Ну, я печенюхи ем. Человека вижу, 40. Спускается с горы следующий, направо. Ты с кем там разговариваешь? На следующей горе сразу же, как заканчивается. Да, мы тут с челиком играем. Один из стрим-снайперов, который был. Тут тоже кто-то есть.
Вот он, вижу. Наверх забирается. Вот этой штуки передо мной. У него лестница тут есть. В доме. Угу. Там он с бородой. Да бери. Там был на вектор увеличенный. А вот его друг на горе где-то. Голову дал. Гилик тут передо мной. А этого возьму тогда. Хотя нет. Бэн, говнорушки у него. Зараза. Я полутаюсь пока. У меня снегоход есть. Ага, был. Что будешь? Будешь всего. Блин, зараза, что я сделал? Это сюда. Это сюда. Блять. Так мне ёбнул. Да, взял.
Да. Вроде наверху. Меня? Отходим назад. Я вижу. Шестик на мне. Ты с чего зажимаешь-то? Ну с этого, да. Ага. 3x. Нет? 3x? Или G36? Вы там уже в топ-10? Мы убиваем. У меня уже 9 убитых. Ничего ты, бля. Тут есть. Лёха, кто подошел? Тут есть следы. Тут следы есть. Почти сбитая. Ну чё? Чё, живём ещё? Блять, суки. Подождите сейчас. Лёхи, вы тут? Один Лёха, вроде. Я, да, но сейчас это... Пойду чуть-чуть. Я долго. Дома вроде. Надо ниже спуститься. Домой дежурю. Слева где-то стреляет еще. Еще один. Ой, плохо стоим. Со стороны Москвы. Блять, со стороны Москвы. Да. Со стороны Москвы. Съебись. Думает, какое направление. Второй этаж, дом на 235, нас чекает. Два хита дал ему.
Хоть бы на нас сошлось. Вперед, дымы. Они где, на мосту или под? Блять, не вижу. Ни того, ни того не вижу. Надо за ближний камень идти. Их там склад целый. Забей. Со спины еще стреляют. Я режим крысы включил. Я в гелике как раз. И я тут. Круто. Сейчас они быстренько отъедут. У нас 7 живых, нас 2. И я тут. О, щит. Ты чипсы жрёшь? Нет. Спереди на 310. Я потихоньку поползу. Или раскидку дать? За дорогой. Так. Блять. За камнем, где люди были. Блять. Слева пикает.
Ну, топ-2. Бомжи ебаные. Чё, где Лёха? Я здесь. Другой. Не, Лёха второй сказал, вроде как отойдёт. Да, он не писал, он 20 минут отойдёт. Окей. Лёха, как же мы без тебя будем жить? Зай, ты знаешь какую песню про Лёху? Про Лёху знаешь какую-нибудь песню? Есть отличная песня про Саню. Тимур говорит, у него есть отличная песня про Саню, ты её помнишь? Не помнишь? Саня, хуй соси. Саня, хуй соси. Саня, хуй соси. А сейчас танцуем. Бля, кстати, хотел посмотреть. Тимур, а ты опять, блядь, как обычно, пошел, сука, один, мразь. Куда? И мы слились из-за тебя, пидорас ебаный. Ну, сорян, блядь, у меня не мог говорить. У тебя когнитивный диссонанс случился, да? Нахуй мне, пацаны, пойду. А, да, убивать. Да, блядь, только, как правило, это заканчивается хуево. Я сейчас вон линкора прикрывал, и Леха, красавчик, людей расстреливал. Я их нокаю, он их расстреливает. Вот этот мужик. Был бы бабой дал. Бля, надо завязывать с чипсами. Ну, ты же ходил в магазин, что не купил-то? Я купил чипсы. А, еще? Бля, это. Запор потом будет. Крязай. У тебя, конечно, нет. Ты живешь, конечно, целый день одни чипсы, то, конечно. У Тимура сто... Еда не выходит, а моя нежная вкусная еда. Боже мой, останься во мне подольше, блядь. Помню, как-то в армию, когда приехал, первую неделю вообще не срал. Ага, так это у всех так. Да. Ну, типа, камон, типа, там такие очки, типа, да? Ты такой заходишь и, типа... Не, у нас на КНБ... Не-не-не. У нас на КНБ были кубрики. На, можешь все их съесть. С этими... Там какие-то китайские учения проводились в части... Ой, в гарнизоне. И там до этого жили китайцы. Там, типа, кубрики по 4 или по 5, что ли, человек. С кроватями нормальными. И... Два кубрика в одном большом кубрике, короче. По 5 в каждом из этих, и для каждого туалет, по-моему. На 3 унитаза, по-моему, да. Толкан. Да, нормальный толкан, короче. И вот я не ходил туда неделю просто. Не ел суп. Осваивался, привыкал. Так вот. Жесть. Ой. А я тупо нести привычки не мог, потому что там заходишь, и там просто... Очко. 3-4 человека, и как ты, типа, они все это рядом друг с другом почти. Блин! Тимур, я забыл тебе рассказать. Ехал, короче, на автобусе, считай, вот сегодня ночью. Остановились уже последние остановки после Владимира. Пошел в сортир, стою с Цу, и рядом кто-то за соседней кабинкой, а там очко как раз. Сидит и надрывает свою жопу. Там просто, знаешь, такая тирада адская. Знаешь, и сверху такое-то, и жиденькое. Блять, я чуть не усался, нахуй. И он, мне больше всего нравится, когда вот люди в такой момент, что-то, знаешь, такое едкое говорят. И вот он такой, ну, проперделся, обосрался, такой, бля, что за жизнь? Я, блять, я в осадок выпал, блять. Я просто, знаешь, стою такой, блять, сейчас обоссусь, сейчас просто так смешно. Я просто выбегаю нахуй, стою, руки мою, ржу во весь голос, бля. Я так и не видел, кто это вышел, но было очень смешно. Надо было по запаху учуять. Ой, у нас линкор куда-то полетел, куда? В смысле, куда? На метке куда? Вижу. Ой, бля, сейчас опять вы все сдохнете. Блин, сейчас так разобрал на кассе чуваков, прикольно. Даже войсом покричал, сосать, лежать. Пришли такие, как эти, как гости такие, аккуратненько прокрались. А, за углом один стоит, что-то перезаряжается, другой вообще лег. Я такой, выбегаю на них, начинаю зажимать. Они такие, ааа, чё? Сейчас там никого нету. Да. Мы одни. Все тихо, мы одни.
Чур мое здание вот это дальнее. Не трожьте его, блядь. Тимур, Азимут только в этом, да, говорит? Угу. Я не знаю, может он стрим смотрит. У меня вообще ничего не прогрузилось, пацаны. Азимут, ты же смотришь стрим, ты же крутой чувак. Или нет? Или да? Так, ничего нет. Он просто охуенный чувак. Линкора убил. Так, здрасте, чё это? Я вернулся. Ты немножко не успел. Мы начали. Ничего страшного. Место есть? Ну, да. Азимуту надо будет кикнуть. Да-да. Ты снайпер этого. У тебя просто теперь все пунктик по его, да? Да, все, он... В черном списке. Конечно. You just make the list. Да. Ой, блин. Блин. Опа. Блять. А рюкзаки где-нибудь есть? Так. Да, тоже нужны рюкзаки. А я нашел. Блин. Нет ни одного. Вы наверху были? Нет, вроде. Не, были М-ка без патронов. Нет. О, рюкзак нашел. Дробовик. Точка. Я бы какую-нибудь эту СЛР-ку, типа что-нибудь подобное взял. На семерку желательно, СКС. Уж не у всех есть лут. Блин, есть арбалет. Чё теперь, блядь? Я хочу с арбалетом побегать и в гилике. Мы в зоне? Блядь, мы не в зоне. Угу. Ладно, блин. Ну недалеко арбалет. Он. Точно много болтов поднимал. Бля, сейчас пошутил про один за щекой у тебя, ну ладно. Ха-ха. Очень вот много арбалетов. Третий шлем. А есть у кого-нибудь второе оружие нормальное такое тоже, типа а-ля ТКЩМ-ки там, что-нибудь подобное? Блин, кто увидит, подберите, пожалуйста. Вот кого? Кто-то пробежал, не заметил третий шлем, шикарно. Кто это был? Азимут был. Вообще. Перфект. Бля, ну серьезно, что ли, ни одной М-ки нет никакой? Простите. Это рюкзак там есть. Блин, калаши валяются кругом, нахуй. О, нашел! Да, бля, детка, да. Простите. Есть какой-нибудь трешечка? Такое себе. Да, сейчас что-то бомжатский, лутецкий. Трёшку поноси, пожалуйста. Я тебе шестерку дам. Ого. Я, кстати, к тебе и бегу. Так. Линкор. О, шикарно. Бьет точно в цель. Так, а есть у вас болты или может вы увидели где-нибудь? Все, мне бинокль, блядь, скинул, спасибо. Болты где-то я видел в центре прям. Ну, в центре я подобрал уже все. Нам тут даже не далеко дойти. 29 всего. Я, короче, пошел в зону. Где даже можно доехать, кто поедет.
Бегу. О, охуенная машина. Места нету, да? Нет. Окей. Бля, хаешки. Чё лучше, хаешки или молотова? Пополам. Для каких целей? Бля, у меня дохуя молотовых чё-то. Добивать выживших проще молотовыми. А, во. Слава богу, нашел. У меня просто там 5 смоков, 4 молотовых. Самое не крутое в арбалетах, это знаете что? Когда с челиком стреляешься, он не делает звуков типа тра-та-та-та-та и как бы... А, линкор здесь лутан. Испугать его сложно, то есть если даже ты попадаешь, у него там пол хп или больше сносится, он не успевает заметить этого. И он не может осознать, что ему враг что-то сделал сразу же. У него не срабатывает инстинкт самосохранения, он не съёбывает укрытие. Тут самое главное стрелять по голове, чтоб наверняка сразу же угомонить. А иначе все фиаско. Компенсейтора нет ни у кого? Ложа есть у кого-нибудь? Мне тоже надо будет ложа, если кто-то найдет. Два. Или вообще. Здесь тоже, скорее всего, лутнуть можно. Тимур, нет. Я стреляю. Зачем? Ну, в смысле это. Из глушителя. А он здесь при чем? Ладно. Я ж чихаю в режиме глушителя просто. Линкор, тебе надо бустик? Бустик надо захилиться. Угу. А, последний. Оп. Красная зона. Бля. Бля, далеко, ладно, хуй с вами. Это викенди как раз. Да я знаю. Хуй стадо. Три человека партизаны. В одном месте поднимается, блядь. Четыре. Четыре. Вот тут есть эти. Окон нету вот тут. Угу. Ага. Нет, залёт нам. Это не по нам. Где-то можем свет? Под шумок подобраться. Давайте. Только реагировать быстро придется очень. Тут вроде все не пидоры, так что... Нам без разницы. Проверка на Коляна. А вон они стоят. Где? Внизу не вижу. В смысле? Я застрял? Чё за нахрен? Откуда? С домиков. Тут домик. Соседние двери. Двери, блядь. А, блядь, прям передо мной. Тимур, сзади! Фух, сразу. Все, весь квад.
Я ему весь третий броник, ой, третий шлем расстрелял, сорян. Ну что ж ты за уебан? А я третий броник чуваку разнес полностью, прям в труху. Ну, блядь. А? Ну ты как труха. Жить? Вот как жить-то, а? Вообще труха. Они с кем-то стрелялись и смотрели в том направлении, аккуратно. Стой, оставь пятерок, пожалуйста. А, не, мне не надо. Третий рюкзак нужен срочно. Третий рюкзак есть там на улице, где которого чувака мы убили. Что там еще интересного? В челике, которого мы добивали, был болт или нет? Болт? Не заметил. Чё-то едет. Ой, блин. Чё-то приехало. Вот. Он куда-то приземлился. Куда? О! Они на дропе, пацаны, дроп у нас на Е, на Е быстрей. Чуваки туда приехали. Вижу. Ага, бибик. Сразу не стреляйте. Ага. Ну, типа, если нокнуть кого-то, можете стреляйте. А... Еще машина едет. Правее. Справа от кем поедут. Тут там крыша. Тихо. Я вот этих сейчас ёбну. Сейчас они зайдут. О, вижу. Блять. Целый склад вышел туда. Трое. Молотов дал. Там пацан дроп забрал, если что. А этим он, по-моему, там всех зачистил, троих. Нет, это я зачистил. Он там... А, он сверху запрыгивал, не? На камень. Один убежал. Улё. Ещё ЧСВ написать. Трилогическую мой пришёл. Кто твой? Лёшечка, я понял, соскучился, ты пиздец. Так, давайте не при все. Да, давай пали все. Да зачем скрывать, Лёха? Что естественно, то не безобразно, да? Что вы там делаете? РМ. Что тоже хочешь? Да у меня вон стрим идет. Что у тебя? Стрим, папка. А, ну, катай свой папку нахуй, дай. Че ты такой злой-то, бля? Хули все варфейс катает, а ты со своим папком еще стрим смотришь, бля, тебе что не нравится? Давай хитро принимай, неистовый принимай, Иваныч принимай. Блять, стой, дайте я сейчас быстрее добавлю. Кого? Сколько ждать? Флакон принимай. Так, ладно, по подземлю буду. Давай. Я забрал тот рюкзак. Да? А, ты там забрал, mm-hmm. Да? Понятно. Вадим пришел. Лёха пришел. Лёха пришел. Бусты у всех есть? Угу. А что-нибудь на дуло есть? Компенску, шаг, что-нибудь? Один этот болик есть только. Бля. По аптекам вообще все хреново. На. У меня одна аптека, но есть вот так. О, спасибо. Но мне нужны аптеки тоже, у меня прям совсем все печально, у меня одна штука. У меня нету. Азимут, у тебя есть аптечки? У меня 4 аптеки. Гринмарк забрали, да? Не знаю. Ну вот, да. Я второй, забирал там. Первый рюкзак здесь, второй. Надо это, со двора куда-то уходить. Тут открытое пространство слишком. Да ёбаный ты в рот! О, ещё болты. Да блядь!
Что, выкинуть? Смоки. Кому нужны смоки? Никому. Найдешь какую-нибудь дульную насадку, скажите, мне очень надо. Любую? Ну да, мне компенс, глушак, фламигаз, что-нибудь. АУК, конечно, контролить особо не надо, но... Все равно. Твоя броня есть хуловая. А цекаса кто-нибудь находил или что-то подобное? Нет. Бля, и у них лут нигде не укрыл. Assassin's Creed. Ладно, шучу. Чё, дальше идём? Ну да, надо идти потихонечку. Я ж белый? Да, я вроде белый. Нет, ты чёрный. Ха-ха. Шуточки. Дэч, нига. Ой, нас сейчас забанят. Да? Как нас, за что нас забанят, если нас не смотрят? В этом никто не узнает. Самокритичность — это хорошо. Тут лутана. Ну серьезно, конечно. Смотрите, вот эти... Это на 15? Look at these bushes. На 15, да. 10-15 там. These bushes is very great. Подожди, а мне кажется, сейчас на 355 здесь стреляет. На N, на N. Нет, на... Даже если их забанят, невелика потеря. Мой канал это... А у кого-нибудь есть снайпа? Неповторимый оригинал, да? Да. Нужен кому-нибудь глушитель ДМРСР? Нет. У меня на арбалет ничего не цепляется. О, пошлите, пошлите, добивать. Ой, это добили, они сейчас лутаться будут. Слева сейчас стреляет мощно. Надеюсь, у них ничего нету, там кемп. Кемпах, что ли? Да. Походу в кемпах на то время. Дальше, вижу только машину. Вижу, за кемпами. За дальним, что? За левым углом кемпа, как вот бежите. Там вот. Поставил. Вон, вижу, побежал. Нет, они там бегают. Так и лутают, походу. Нокнул его, еще один там коктейли кидает. А, это ты кидаешь. У нас со спины стреляет кто-то. Да, надо оттянуться. Я раз. Там еще кто-то есть, да? Я не знаю, я... Да, вот теперь все, нет. Я отлично забайтил на себя. Хороший. Тупо стою из стороны в сторону, хожу, по мне стреляют. Блять, у меня аптечек нет вообще. Компаунд ниже. Ой, на... Здесь, походу, где-то есть. Да, пизда. Бля, зона где-то, жесть. Четвёртая фаза бьёт больно. Где-то слева. А, вон возле компа бегает, чувак. Линкор, кинешь по аптечку, ладно? Ты мне все пустые, Лёха? Не, я тебе половину. А. Блять. Вон справа бегут чуваки на 305. Снизу, сверху. Почти займём. Да-да-да, на скалу. Скалы, а, в домах, да. в домах чуваки, машины стоят. Справа? А, да. Давай через две аптеки скину. Тимур, аптечку возьмешь у меня? Давай. По одной. Блять, нам пиздец бежать, нам надо машину забирать.
А, блядь. Перекочет. Ебанулся. Автомат против коньков. Да. Смотри справа. И вот нет, это, наверное, справа ты ничего бы покрыли. Ой, Тазар. Ну что же. I not see anyone. Нам как раз стоит. Вон бегут люди. Возле забора. Блять, залез дом. Нам бы лучше поближе зайти, а не стрелять издалека. Пока бежуха будет, теперь все бежим, пока бежуха. Правее, перетягивайтесь. Правее. Блять, нахнулись, сука. Если что, я в зоне в сейве. Армия идёт. Я сейчас вот подползаю. Ну блин, блядь. Ну тварь! Тимур, смоки кинь под меня. Че ж его никто не контрит? А! Слева, слева обходит! Азиму, да-да-да-да-да! Хорош, хорош. На моем трупе там за этим еще. За забором вон еще один выглядывает. Я подползаю. Да. Я подполз. Давай, еще блин. Там Азимут. Что-то пытается сделать. Ой, Азимут, подожди, блядь. Опа. А он его убил, блядь. Так, я пока буду. Устаюсь это, из меня там полкрать. Всё, блин. Всё, ничего не надо. Броников целых нет ни у кого? У этого человека нет. А, это не просто так. О, слушай, нормально подлетали они. Так, не знаю, может, чуть-чуть не делать. We need to go. Я видел человека. А в маленьком шейге, на... Он бегут на перерез идут. Оп. Хуй вам. Блять! Чуть-чуть задела ножку. Да, нормально. Тут же смог. А это откуда нахуй? Дай подбивай. А, сковорода! А, жопа горит! Хилься. Да ебать мой хуй! Право еще где-то. Или это они? Они, по ходу дела, но вот меня бесит десинхрон, потому что я сейчас за деревом был, у меня либо в пиксель, блядь, куда-то, либо нахуй меня просто уебали. Вон в домах на втором этаже. Тимур, забери аук, скинул под себя. Не забирай, зона пошла, тикай. Ого, нифига, мощно, красава. Ты не успеешь его залутать, если ты бежишь его лутать? Он сидит быстрее, пока он тупо сидит. А, что-то высоко слишком взял. Надо тупо прицел. Ты же за зоной сейчас умрешь. О, добили его.
Так кого это? У дерева, у дерева. Ага. В кемпах, короче. Два тела минимум. Тимур, ты не в зоне. На зиму, походу, четверо осталось, все. Сквад. Угу. Нет. Нет. Боже, они добить еще не могут. Крендельчики. Крендельки. Ну тебя эти. Их больше, чем тебя. Троих. Ну чё, как у вас дела? Нормуль. Ща, Лёха, ща. Ага, всё, понял. Имперыч. Левей. В тенечке, ага. О, слева еще. Добей, добей эту, беги к этому. Не надо было на него агриться. Все очень плохо. Не, заебись. В этого плохо сжал. Если бы его ног, то вообще было бы все. Да, да. Оружка нужна была помощнее. Нет, просто это, он вообще не попадал. Это, не, просто этого в упор-то заебись, а вот этого чувака надо было что-нибудь помощнее. Нет, если бы попадал бы, не попадал. Бля, надо было с арбалета ебануть. Чё я дуплю-то? Он бы меня и не услышал. Действительно. Ну ты ракал. Сука. А чё, Лёха пришёл? Лёха! Да-да-да. Ты будешь? Да. Так. Ой, сейчас нас же будет этот стрит-снайперить. Летите до конца, пацаны. Летите до конца. А, ну сейчас Лёху приму. Летите до конца, я курю.
Кот, тебя опять тут оставили. Ты говоришь, кот, тебя чё? Кот, тебя опять тут оставили. Открыли в моей комнате, и он такой лежит, просится, ну, даже не просится наружу, в упор к двери лежит лицом. Смотрит на неё. Сейчас принесу вам его поздороваться. Принесёшь его нам поздороваться? Мурлыкать типа будет? Мурчание. Мурка. Так, сейчас. Вы его уже слышите. У тебя микрофон почтительнее сделал, чтобы услышать его мурчание. Ты ему там на хвост наступил, что ли? Ну. Мемучие животные. Микрофон бы, по-моему, это... Прибавить бы, не было бы ничего. Маркуха? Я его просто держу. Ты его просто держишь, что он уже это, так сильно недоволен? Да, он меня ненавидит. Он тебя ненавидит? Да. И за что? Если я не кормлю, пытаюсь его погладить, он вырывается. Да, Маркуш? Фига тебе жесткий ход. Летим до конца, да? Я успел. Чё, куда? Касель. Вроде стал. А может... Какой? Вот этот? Да, вот этот. Ой, опять это по-моему. Последний раз, может, не последний еще что-то это. Может, не последний, да. Ну, Тимур надо убить в касле на кого-то. Да всех надо убить там в касле. А, здание что делаешь? Я хочу шубу. Аня, не шубу. Корень, я хочу шубу. У тебя есть, а у меня нет. Ооо. Явно народу кто-то дохуя. Из них будет убит мною. Кто-то на крышу принялся. Так, я на крышу вроде один упал. Блять, как же лагает. Тихо. Минус два. На втором тоже были? На первом этаже. У меня в дальнем конце дома, надо 260 где-то там. Бегу за чуваком. Все, минус квад, еще есть люди. Всё, да. Тихо. У меня человек. Собаку убежал. Тут домах есть люди. Блин, линкор, зря ты ушел, тебя сейчас убьют. Больше к нам вернулся. Бля. Либо давайте все к нему. Пробуй бежать. Пошли хули. Он выжил, вообще не понимаю.
Побежали, побежали, хватит лутаться. Лодка уехала. Есть флешка? Нет. Нет, у меня есть флешка. Сразу умер? Да. Еще на крыше, ой, на втором этаже есть. Лёха, блядь. Все. Сразу. Все? Да. Ну чё, пацаны, поздравляю!